Ребята, короче, вчера ночью, ориентировочно, где-то в 8 часов вечера, приехал ДПС, и это стоянка Воронежская область, Верхний Мамон. Все знают его, россияне, это где шашлычница. Короче, водителя убило, белоруса. Как экипаж ДПС сказал, что начал менять колесо, или менять, или качать. Короче, не знаю чего, как, но факт тот, что начал... А, вон видно, да-да-да-да. Короче, походу он заклинило ступица у него. И начал он что-то там делать, и колесом его убило, прижав к отбойнику. Короче, кто знает эту машину, сообщите. Вот клиенту, что находится машина в Воронежской области, Верхний Мамон, на стоянке запечатанная, все. Не знаю, что там с водителем. Водитель умер, только не знаю, там вам надо связаться как-то с экипажем. Вот почему знаю, потому что я поломался, тоже стою на этой стояночке. Вот и вчера был разговор, что они пригонят эту машину на стоянку. Водителя убило колесом. Вот решил снять видео. Может, хозяину, родственникам это поможет. Передайте, разошлите всем белорусам эту машинку. Вот. Так что такие вот дела.